Уважаемый главный прокурор Казахстанской республики, я гражданин Азербайджанской республики Асадулаев Нурмагомед, обращаюсь к вам для того, что 7 мая нынешнего года мой сын 1991 года рождения Асадулаев Камран был зверски убит в городе Караганды. Он находился там для выполнения строительных работ. Он был строитель с высшим образованием, был старшим лейтенантом запаса. Участвовал на войне в Карабахе, был награжден правительственными наградами Азербайджанской республики, был жизнерадостным пацаном, значит, всегда держал с нами связь, он всегда был с нами в связи. В его смерти имеются многочисленные подозрительные моменты. Двух из них я особенно хочу подчеркнуть. Глубокая рана на правой стороне головы, возможно, нанесена тупым предметом, а также многочисленные гематомы в голове. Исчезновение крупной суммы денег, которые были оплачены ему за выполняемые работы. Я сам афганец, ветеран Карабахской войны. В рядах МВД Азербайджанской республики работал длительное время. Знаю все тонкости работы полиции, минусовые и плюсовые стороны. Состояние здоровья не позволяет мне ехать в город Караганды, чтобы помочь следствию для раскрытия преступления моего сына. Поэтому прошу вас, умоляю вас, помочь в раскрытии этого преступления. Пусть кровь моего сына не останется безнаказанной. Вперед, благодарю за оказанную помощь.